Very interesting video. I just hope that the artifacts and the mummy found are properly investigated, the origins, where they came from and how they got there. Afghanistan evidently has some very mysterious rumors of stargates, Nephilim caves and tombs. Much forbidden knowledge. Some were even mentioned in Hillary's emails. Also, conspiracy theories suggest that the US government created a false flag for the invasion of Iraq and Afghanistan. The US-led 2003 invasion of Iraq was launched because former dictator Saddam Hussein had a portal to an alien world, a conspiracy theorist has claimed. Michael Sala, an Australian self-styled expert in extraterrestrial politics, believes that the United States and its allies invaded the country to take control of Hussein's access to alien weapons through the Stargate. Sala says that the portal is located under one of Iraq's ancient ziggurat temples. This new discovery in Afghanistan is very interesting. Watch full video and please comment below. Thank you. Ну да, в общем. Это кожа. Кожа, да, кожа. Кожа. Угу. А, что тут? А. Все, я понял. Угу. Угу. Послушай. Легенда, это же история рождения Христа и его погребения, мне кажется. Подожди, подожди, подожди. Леша. Угу. Сними, чтобы было просто не надо, чтобы на этом было все. Сейчас, сейчас, сейчас последний кадр. Это арамейская книга, мне кажется. По периметру, чтобы можно было прочитать все. Угу. По-арабски пишется справа налево, Леша. Справа налево? Да, вот так вот по кругу.
задняя часть. Мы смотрим подчищенную сторону. Подчищенную сторону смотрим. Чтобы блеск был виден. Угу. Вот так вот видно? Да, есть блеск. Видно? Да. Сплав какой-то, но есть. Но золото присутствует. Золото присутствует, золото есть. Или бронза. Вот, царапины. Сейчас, секундочку. Вот сюда вот раз. Вот есть. Да. Вот есть. Да, я вижу, на камере прекрасно видно, кстати, цвет золотой. Ну, смотри, как видно. Друзья, продолжают нас возить по достопримечательностям Афганистана. Вот смотрите, какой здесь объект очень интересно находится. Да, сейчас зайдем, мы попытаемся зайти внутрь. Как мы видим, все сделано из кирпича. Видите, друзья, какое строение уникальное. Такое не везде увидишь. Достопримечательности все больше и больше радуют. Смотри, какой смотрит. Вижу, да. Время. Давай, давай. Давай. Идем. Надо все посмотреть. Да. Старинное не то слово. Кирпичи такие. Не детские. Делались больше 3000 лет. Еще видишь, рукой мазанные все. Стены, да. Смотри. Да, вид действительно уникальный. Друзья, не всегда видишь такие уникальные объекты. Просто я уже от того, что увидел, просто в шоке реально. Это наш товарищ, охранник наш, сопровождает нас. Иду. Ты где, Андрю? Сюда, сюда иди. Ага, да. Красавчик, поднимись. Сюда зайдешь, камеру сними. Леша, только осторожно. Сейчас поднимаемся наверх, друзья.
датчику GPS. И посмотрим, да. Потом посмотрим с космоса. Ты видишь, как он держится? Да. Как он держится? Глина? Да. Реально глина. А то еще городище какой-то, да, я так понимаю? А вон туда посмотрим. А, целый город смотрит. Целый город стоит. Вот, друзья, вдалеке видим целый город еще. Разрушенный город. Чуть дальше гробница. Точнее, еще город или гробница.